Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Судьба послала мне очень жестокое испытание. Сейчас я стою перед совершенно жутким моральным выбором и хочу поделиться им с вами. И вот мне интересно, как бы поступили вы на моем месте. Предположим, что вы нашли некую уязвимость банка, которая позволяет вам снимать совершенно безнаказанно любые суммы с банка. Что бы вы сделали? Вот как вы думаете? Ну, то есть, вот вы хакер, например, да, вы обнаружили уязвимость. И, пожалуйста, есть у вас возможность. С одной стороны, деньги не ограничены. Вы можете их взять. С другой стороны, ну, это как-то не очень хорошо, ведь это чужие деньги, все-таки это деньги банка. Все равно это когда-нибудь обнаружится, потому что банк увидит это на своем балансе, когда баланс будет уменьшаться, потом он будет вычислять, и в конце концов он, естественно, вычислит это дело. Но какое-то время, конечно же, можно обогащаться вот так вот. Но с третьей стороны, это же деньги не заработанные, это деньги, ну, грубо говоря, да, я зарабатываю там, скажем, на ошибке, но на чужой ошибке, но все-таки это нехорошо. Вот, и вот именно с таким выбором столкнулся я. Вот, да, я обнаружил уязвимость одного из банков. И я долго думал, что же делать, вот, то ли мне, значит, воспользоваться этим и обогатиться, вот, то ли сообщить банку. Да, кстати, напишите, пожалуйста, вот прям вот серьезно, что бы вы сделали на моем месте. Вот, у вас есть возможность снимать деньги там, ну, и воспользовались бы этой возможностью или нет. Банк об этом не знает, не узнает. Какое-то время. Воспользовались бы этой возможностью или нет. Какой все-таки выбор сделал я? Я вам могу сказать, что я, в общем, кстати, решил, что надо все-таки обратиться к банку. И с одной стороны, я хочу помочь банку, конечно же, но с другой стороны, эта уязвимость – это кто-то из тех людей, которые разрабатывают систему банковскую, они допустили ошибку, и результатом этой ошибки стала уязвимость, которая может привести вот к таким вот потерям в банке. Но я говорю, ребята, слушайте, давайте я вам помогу, но дайте мне какое-то вознаграждение, чтобы и мне было приятно, понимаете? Вот, и вам я позволю сэкономить огромные деньги. Огромные деньги, вот, потому что, ну, грубо говоря, там, в течение дня я могу их взять просто самостоятельно, но, как бы, я хочу, я честный человек, на самом деле, вот, что я сделал, я позвонил, ну, обратился, ну, так сказать, там, в чате к банку, вот, пока ничего от них не добился, собственно говоря. Ну, со службой безопасности разговаривать. Служба безопасности не занимается вознаграждением, да, они передадут это. Вот. Надо разговаривать с программистами, на самом деле. Но как, когда не, на них выйти, непонятно, потому что это как бы закрытая область абсолютно. Вот. Ну, что я могу сказать? Жду звонка от них, на самом деле. Вот. Пока гуляй, братва. Нет, я не буду пользоваться этой возможностью на самом деле. Все-таки я хочу помочь банку на самом деле. Вот такая вот история. Вот. Подробности я не буду говорить, естественно, потому что я просто не буду это говорить. Вот. Напишите, пожалуйста, что бы вы сделали еще раз. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, на сегодня все. С вами был Демитков Юрий.